В Люберцах устанавливают пожарные извещатели в домах многодетных семей, людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов. Эти работы проводятся в соответствии с программой правительства Московской области «Безопасность Подмосковья» и муниципальной программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы». Пожарный извещатель – это устройство, которое информирует человека о начале задымления помещения. При этом подает громкие звуковые сигналы, что позволяет заметить пожар и оперативно приступить к его ликвидации, даже в ночные часы. Мы попали под категорию «семья, воспитывающая ребенка-инвалида». В трехкомнатной квартире установили в каждой комнате по датчику на кухне, в коридоре и в ванной. Теперь я совершенно точно уверена, что мои дети, находясь одни дома, будут защищены, по крайней мере, звук будет точно. Если начнется пожар, то звук, по крайней мере, их оповестит о том, что они могут вовремя выйти из квартиры. Однако пока далеко не все льготники городского округа, которые должны получить извещатели, дают на это согласие. Из 11,5 тысяч устройств установили только более 1000. Причины отказов у люберчан разные. В первую очередь, их опасения связаны с тем, что это материально обременит их. Или же за ними будет вестись слежка. Представители власти развеивают эти и многие другие мифы. Устанавливаются датчики. Электроэнергия у жителей не берется, а потому что батарейки устанавливаются в этих приборах. Батарейки тоже, это все в комплекте идет. Кроме того, после установки эта аппаратура, эти датчики, они становятся на гарантийные, вообще на обслуживание. Абсолютно гарантированно. Это бесплатно слежет. Никто ни за кем не будет вести. Для реализации программы «Безопасность Подмосковья» только из регионального бюджета выделено более 4 миллионов рублей. В домах многодетных семей и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов, их устанавливают абсолютно бесплатно. В первую очередь пожарный извещатель – это залог безопасности населения. Власти призывают люберчан, которые находятся в льготных списках, не отказываться от помощи государства. Анна Троян, Кирилл Евгеньев и Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.